Молдова высказала заинтересованность в украинском опыте боевой подготовки и практическому взаимодействию в случае обострения ситуации в Приднестровье. Об этом шла речь на встрече начальника Генштаба, главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, с начальником главного штаба, командующим Национальной армией Молдовы Игорем Кутия. Встреча прошла в военной академии в Одессе. Стороны обсудили актуальные вопросы региональной безопасности и перспективы развития двусторонних отношений в оборонной сфере, а также текущую ситуацию с безопасностью в Европе и непосредственно вокруг Украины. Напомним, в июне Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой потребовала вывода российских войск из Приднестровья. В феврале Украина и Молдова возобновили политические консультации. Обсудили график визитов на уровне руководства двух стран, проблемные вопросы украинско-молдавских отношений и приднестровское урегулирование.